Алло, да, я разговариваю, не слышно. Сейчас я убавлю музыку. Да, это с того сайта, который просто ссылку ставишь. Это, короче, как шахматы в Доте. От которых произошел Хардстоун, наверное. Что-то типа того. Шахматы. Что за фаер? Я не знаю, что такое фаер. Да. Ну тоже собираешь -то три одинаковых телека, и они складываются. Победа. Это способность в этой вот этой. Она призывает лозы на линию, одну из линий.
почти. А що такое? Нравится мне TFT стрим.
Я короче, я дропнул эту игрульку. Что никто не приходит, не смотрит. Да и мне стало интересно играть. Теперь как будто я помню, что уж там было 30 лет назад. И чё, это да, это у меня вон этот, давненько. А чё? Ну, я молчал, потому что никто не говорил. А я говорил, потому что никто не спрашивал. Спрашиваю. Рассказываю. Что ты спросила? Чё, никак? Да, я же этот... Меня пригласили же... На пати гендер партии ревил. Гендер ревил партии. Это Саша Алринарда. Санюк. У нее новый аккаунт. И чё ты обсуждала там? Типа, как оно будет? Да. Да она это... Мейнстримчица та ещё. Она... За трендами гонится. Сестрица, понятно. А, это я не знаю, потому что я не спрашивал. Типа... Ну, наверное, она с мамой пошла. На УЗИ. Потом я не знаю, что было у них. Кто-то этим вообще занимается, вот это вот красит вот в розовый или синий, типа. Нормальная такая обстановочка у человека будет.
Ну, если не один, то поздравляю вас, двойня. Поздравляю. Но мне кажется, у нее один, и у нее было, короче, этот искусственный. Типа там же можно только на одного ребенка замутить. Да, я знаю, у меня не трансляция лагает, а, наверное, у меня этот игрулька да, лагает. Это потому, что у меня захват что-то не так. Или прям стрим лагает. Типа вот. Картинка лагает, да, эти? Если картинка, да, это, если что, смотрите вот сюда. FPS, если будет дропать. Должен быть... Типа 120 здесь. Да, это у меня что-то с этим. Захватом. А, ну у меня есть, кстати. Я на YouTube стримлю, на Twitch, на Good Game и на Trovo, да? Trovo. Ну а чё, почему бы нет? Ты хз? Там какие-то штучки, типа, как на Good Game можно... типа Prime, Video Prime, да, с качеством и так далее. И там какие-то колбочки, какие-то зелья, я не понимаю. Что с этим делать? Как его, что такое? Зачем? Какие-то зелья для чата, ну... Я тоже уже не мог для всего этого. Нет. Очень, ну как, типа так же как Twitch, типа по визуалу. Какой герой? В чем ты вообще?
Я проиграл. Это ж понятно. У меня тут нет героев, то есть обилки у героев нет. Просто борда, и все. Не знаю, что ты там имеешь в виду. Какую дотку? Ты вообще... Опять ты с темы на тему перескакиваешь. Ничего не понятно. В дотку я не играю. Наигрался. Ну как, я не смотрю. Челик одного на стриме и все. Если он доту играет. Так. Что-то как-то неинтересно. Самому играть. Да и старенький. Может, начал музыку. Что продать? Не понял, почему. Может, получше будет с FPS на стриме. Так, погоди. А где Рутони чат? Так у меня Рутони чат не работает. Я вас не вижу. У меня FPS 60. Блин, что-то у меня горло першит. Я недавно болел, уже получше. Что, холодно, капец. У нас еще отопление отключили, а на улице
плюс 6 ночью. Типа такой себе. Сегодня какой день недели вообще? Ой, в глаз что-то попало. Играть. Так что ли? Ты ёп. Сейчас приду.
Мутанты такой себе, конечно. Швырнул как. Так, чего играть-то? Страйкеров. Нормально, нормально. Нормально, нормально. Казачок дел, конечно. Смотрим.
пока идет нормально. Да, что-то лагает. Заявочка на победу. Okay. The stage.
Нужно найти Ирель. Что я делаю? Хз, что я делаю? Хватит лагать. Так, у меня вот этот варик. Ты попробуй. Ай, больно. Это кто это у меня? Как я еще все? Про кого? Что ты там городишь? Кто? Кто? А, этот. Галлио. Такой. Да он жирный, он два слота занимает. Мне такое не нужно.
жирный чел. Еще один жирный. Ты ё-моё. Кушать. Челики вот эти все или кто? Миньоны, чемпионы. Я. Да что ты? Спасибо, конечно. Спасибо, конечно, но я не по кисулю. Или это? Понятно. Да. Сворачивай свои снасти, свои эти, как их там, ну ты поняла. Чё вы там плетёте? Обычно. Чего там плетете, я уже забыл. Сети свои. Паучьи.
Боже. Вот только не умирай. Корзиночки, чё? Корзиночки? Чё плетёшь ты? Я не понял. Помогите, я не понял. А чё такое? Я иногда пишу. Кому там? Вот ты же тоже пишешь. А чё б не написать, да? А вдруг что-нибудь узнаешь полезно? Мало ли. Проигры, да. Все верно. Че, я дурак, что ли, сам с собой разговаривать? Да у меня горлышко. Больной человек просто. Скидываемся на лечение, пожалуйста. Не рак 15-й стадии.
смысле, это чтобы мне было хорошо. Да. Как говорится, последний путь. Что-то на умном. Картинку дам. Получше. Блин. А вот ты заставь, вот. Заставь. Где вот мотивация моя? А где? Я, конечно, могу побалакать там. Ни о чем. А под ни о чем. Типа, ну, надо. Ну попробуй. У меня кнопка есть. Банхаймер называется. С игрой. Вроде нормально.
Блин, а мне играть-то не что. Кстати, насчет Макдака. Вы говорите, закрывается? Вообще закрывается везде-везде? Или как, Алиша? Что последний раз я Макдаки ел, наверное, в 2017. Ну, вы знаете, что у меня было в 2017. Так что... А если не знаете, то вспомните. Если не вспомните, то зачем вы со мной общаетесь вообще тогда? Все равно. Да, это так и связано с. Говорится, отдался за Биг Мак. 2017. Просто что я насчет. Что я вспомнил-то? Что я вспомнил? То, что. Все равно просто же еда. Она местная же. Продукт. Типа только проблемы с этим будут. С рецептами. Наверное. Это ж так работает. Собрал. Кружка, картошка, будем ходить. Легкие все. Но я не буду. Что там продают в рынке? Что я не знаю.
Блины это уважаемо, конечно. Блины все любят, наверное. А, я помню, и да, я кушал блинчики. С рыбой. И кашку гречневую. Там вроде дешево, да? Так. А вас там чем кормят в этом? Ну ты понял. Это на каком? Ну а что ты там кушаешь? Расскажи. Покажи. Где фоточки, кстати? Шифр какой-то необычный есть. Ты умеешь готовить? Что я не могу? Я могу сосиски отварить, пожарить. И пельмешки пожарить. Ой, это там чё, там место, я говорю. Намесил. И всё. А чё? Намесил тесто. Подготовил просто. Типа, ну, просто ягоды и всё, больше ничего. Считай. Запек, да, получилось, конечно, такой себе. Да это не торт, а пирог.
ты сейчас можно просто тесто купить, уже готовое. У нас продается. Ну да, эти ягоды просто были свежие. Что такого? Ну, получится, конечно, такой себе там. С того, что... Оно, считай, подгорел у нас. Плохая печка. Пропекается плохо. Либо слишком хорошо, и получается уголёчки. Типа, тесто сгорает, а... Я ем, что я ем? Ну, всякие супы, кашки. Там гречку. Пшено, пшеница. Пельмеши. Все. Что еще нужно для счастья? Ну, опа, нормально, нормально. Так, что-то я этот...
Так, конечно. Хеликоптер. Вообще тело. Я потерял все. Потерял себя. Так, смотрим. За ворту.
Капец, как больно. И вообще ничего не могу делать, сделать. Что-то менять, надо что-то проиграл. Пожалуйста, не убивайте. Нет. Бандинков Айсек. Нет. Наиграл. А что? Ну, я в курсе, что вот это вот. Лик Айзек, который ты спамишь его. Мне кажется, у меня эпилепсия начнется, если буду играть такие игры. Приступ эпилепсии. Мне подавать что-нибудь такое человое. Даже вот, вот это вот TFT для меня слишком. Иногда. Когда таймер тикает, когда часики тикают, начинают. У меня все. Да я могу. Вот недавно сыграл Timberborn. Песочница, где ты играешь за бобров, строишь свою цивилизацию после того, как человечество все профукало. Да я и не претендую на киберспортивность.
Вот там вот этот Timberborn, там вот кайфово. Кстати, не слишком громко у меня микрофон. Или там музыка, или там игра. А что там в ХС? А, там что, игра его, типа, мертвый, типа, никто не претендует на это, или что? Или там. Там все слабые, поэтому. Ё-моё. Рандомная? Ну да. Да. Кайфово, когда тебе там на какой четвертый ход уже ваншотают. Классная человек кролика. Что я смотрел того, как он. Забыл. Трольден. Там показали, как на первый, на второй, на третий, хак, на четвертый аннигилируют. Типа прикол. Прикол, вот это прикол, конечно. Тут чил. А это я поймаю. Damn. Сошло.
begins. Let's bounce. Yeah.
Чё, пёс? Как же все плохо. Все пройду.
вообще. Мне грустно. И зачем я купил это? Вот я, конечно, ё-моё. Вообще не дружу с головой. Ладно, у меня еще есть время. Шучу, нет. Да это вообще нечестно. Тут у меня такое себе. Ну это победа, ребят. Это победа. Да подожди, что? Я думал, они убрали. Короче, вот инфорсеры есть. И когда последний раз я играл, было только 3. Теперь можно 5. Ты зачем я продал? Конечно, больно. Ты... Не успел. Ну это вроде конечное. Мне очень больно. Топ-8 это победа, я считаю.
Нет, я считаю, что топ-8 это реально победа. Потому что это же игра на выбывание, да? И раз ты выбыл первым, то считай, это победа. Это достижение. И каждый это может. Потому что тут такая штука, что нельзя сдаться. Типа 15 раундов или сколько там. Первые 15 раундов. Спасибо, спасибо, спасибо. Тут это новое видение, вот яйцо. И через 26 ходов оно лопнет. Чем больше ходов яичка, тем больше. Тем больше яичка. Посмотрим, что из этого вылупится. Ну это можно улететь за 25. Ну, наверное. Я не помню. Ну да, там быстро было. Watch out. Все, смайлики закончились. Hey, listen. Маленькие обычные. Ты что, никогда не видел из маленьких? Они вроде бесплатные были. А, это, короче, раздавали. Типа, акция была вроде на месяц прайда, что-то типа того, либо просто что-то праздновали. Типа, неважно, донатил ты или нет, если ты в чате, и кто-то донатит, и кто-то подписывается, и кто-то там пиццы дает
дарит ту весь шанс, что тебе перепадет смайлик. Вот мне и перепало. Блин, прикольная музыка. Просто кайфую. О, можно яичко продать за 0 голды. Вот это я понимаю. Так, это приложение.
begins. Всем плохо. Опа. Подкон. Thank you.
Нормально, нормально. Ты. Thank you.
Нормально, нормально. Что с лицом? Чё это ты? Что испугался?
Да-да, топ, но... Был бы у них какой-нибудь другой плеер вместо Ютуба. А то... Мой калькулятор не хочет. Говорит, не хочу. Типа в последнее время очень сильно... Просто браузер в Ютубе и плеер в Ютубе. Типа просто музыку слушаю и... Или просто хочу переключить на другую песню, и это занимает у меня секунд 10, пока что-нибудь произойдет. А что это такое? Ну ты тоже веб-сайт? Ну... Не, мне для моего калькулятора нужно что-то такое, чтобы... Чтобы было лёгонькое такое. Ну, можно, конечно, просто скачать. Надо же скачать, надо искать. Чё там, там? Сейчас посмотрю. Куда можно вообще слушать? Нет. Мне просто песенка нравится. Которую ты взяла? Да это просто... Это просто что-то с чем-то. Кайфово, кайфово. Нет, там просто... Тут же половина лобби нет, а... Яичко так и не разбилось. Понятно. Не, я просто думала, что ты вот там всю видюшку пустишь. Типа будешь перерывчики делать. Вот и все. Тогда хорошо получилось. Так, и чё? И все?
такое. А, это радианты. Охуеть. Наконец-то. Приплыли остановочком. Ну вот когда вот Алёша кушал тебя на видео, там вот опять вот это вот шорохи всякие. Я думал, типа, ты поставишь, может, куда? Когда он будет болтать, типа. И не будет слышно, как он жует или как ты двигаешься там за камерой. И как полы скрипят у вас. Как часики тикают. Ну, еще и у вас же этот, у него же этот есть микрофон. Можно ли как-то вот подсоединить вас? Как-то что-то. Коллаборацию какую-то сделать. Не пропадать же добро.
Сейчас я приду. Типа, у него же есть микрофон, который он прикреплен вроде к столу, я так понимаю. Ну, может, у него еще есть. Можно заморочиться, конечно, и на другой телефон просто аудиозапись поставить. Диктофон. Но потом это все склеивать. Мне кажется, те, кто смотрит, им пофиг. А мне пофиг. Да что у меня это... Лагает. Короче, мне нужно купить SSD. Что мой HDD убирает потихонечку. Что это? Мини-яичко. Да... Ты чего вебку-то? У меня... Поставишь вебку, у меня тут ничего не видно будет. Особенно если будет светло. Какой-то челик написал что-то там пьяный, чё,
такое себе сейчас. Сайт знакомств. Себе дороже. Опа. 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 Ну это победа. А вот так вот, вот так вот, как еще, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Да блин, это, ну как, конечно, иногда хочется. Это и без этого. Без негатива. Мне нужен меч. Или еще одна спатула. Тут меч поинтереснее, конечно.
мы. К страйкере. Хёртл.
Bam. Нормально так, вот это... Тут это капец, конечно. Чего?
Пока-пока. Фоточки сделай. Добавь, пожалуйста. Thank you.
А, ну я все, оказывается. Понятно. Сейчас я это перезапущу стрим. Быстро.